В составе взвода 58 человек, из которых 43 человека оперативный состав. Случайных людей, скажем так, в нашей профессии не бывает. Каждый из них, это, не побоюсь слова, уникальный человек. В повседневной деятельности занимаемся систематической подготовкой профессиональной. Существуют у нас нормативные документы, на основании которых организована в подразделениях оперативных систематическая подготовка. Градоспасатель всегда должен быть готов выехать на ликвидацию, в кратчайшие сроки ее ликвидировать. Это достигается только высоким уровнем подготовки, большой самоотдачи со стороны оперативного состава работников, респираторщиков, ну и грамотного, конечно, командного состава, потому что командный пункт – это, скажем так, мозг на аварийно-спасательных работах, а респираторщики – это уже непосредственно исполнители при ведении аварийно-спасательных и градоспасательных работах.